Многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг Московской области отметили 12 сентября свой профессиональный праздник. За летние месяцы подмосковные МФЦ проделали большую работу, оказав населению свыше 5 миллионов услуг. Сегодня в регионе открыто 126 центров и 238 территориально обособленных подразделений. В них оказывается около 300 государственных, региональных и муниципальных услуг. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил работников многофункционального центра муниципалитета и отметил, что благодаря их профессионализму был в короткие сроки ликвидирован большой отложенный спрос, возникший у жителей из-за пандемии коронавируса.